В городе Минске продолжается кампания по подготовке к вакцинации, и на сегодняшний день более 1800 предприятий уже подтвердили свою готовность привить работников за счет средств предприятия. Это где-то порядка 152 тысяч работающих. Особое внимание уделяется, конечно, объектам, которые участвуют в жизнеобеспечении города, в частности, объектам торговли. В пользу случая хотела бы обратить внимание руководителей, также работников предприятий, напомнить о том, что именно вакцинация позволяет сохранить здоровье и сохранить работоспособность в период сезонного подъема УРИ и гриппа. Поэтому организовать необходимую работу по проведению вакцинации работников – задача и обязанность каждого руководителя предприятия.